Здравствуйте, радостные моменты продолжаются, и сегодня мы встретим очень красивых девушек. Ну, безусловно, они связаны с творчеством. Это и танец, это и песня, это новые песни, которые сочиняет наша гостья Анна Дрибас. Мы сегодня поговорим о ее новой программе, о ее новом имидже и, конечно, познакомимся с ее товарищами, если так можно сказать, с подругами по коллективу. Аня, я приветствую тебя. Здравствуй, дорогая. Здравствуй, Илона. Почему очень я приятно. Так на «ты», почему я так вот «Аня»? Да потому что мы же ведь встречались и в этой студии в том числе, и мы помним тебя по всяким шоу, по всяким конкурсам. Мы знаем прекрасно, что ты, как настоящий профессиональный артист, меняешься. Но куда тебя забросят в следующий раз, в какой образ или в какой стиль, мы действительно предположить не можем. Если мы тебя ассоциируем и, боже мой, и с песнями Паулса, и с песнями цыганскими, с любым, наверное, с романсами, и с любыми песнями эстрадными, то вот такой популярный танцевальный жанр, это для тебя, наверное, новое? Это то, над чем ты сейчас работаешь? Да, так точно. Это то, над чем я сейчас работаю, над своим новым альбомом, который будет называться «Безусловная любовь». И на самом деле это чувство привело меня сегодня к вам на программу. И не только тебя, а если мы говорим о танцевальной музыке, ну, безусловно, у нас должны быть профессиональные танцоры. Представь, пожалуйста, своих подруг. Это Вероника Зиклоп. Очень приятно. Основатель танца «Вок» в Латвии. И это Александра Замковая, хореограф-постановщик. Также она учится в Академии танца. Культурная академия. Вообще лица знакомые. Да. Мне кажется, что ваш опыт огромен, и вы выступали с очень разными коллективами, группами в разных шоу. И слава богу, что мы вас застали, потому что, насколько я знаю, вы такие персоны занятые вообще в разных проектах. Достаточно. Сегодня мы увидим, как вы двигаетесь, но я хочу заранее попросить прощения за то, что все-таки у нас, ну, здесь непрофессиональная сцена для танцоров, и вам придется, наверное, технически приспосабливаться. И маловато для вас места, но все-таки сделаем скидку на то, что мы просто к кому-то в гости пришли, вот сейчас в телевизор, кому-то на кухню, кому-то, может быть, в гостиную. Но мы говорим о танцевальной музыке, о музыке, которая поднимает человека с дивана, которая манит его в ночные клубы, которая, безусловно, нужна для того, чтобы было движение. Я подумала, что, ну, вот действительно, нашей латвийской музыки, вот такой танцевальной, сейчас маловато, не хватает. Ну, это очень хорошо, на самом деле, что я взялась за такой сегмент музыки в Латвии. И я также планирую покорить всю планету. Ну, правильно, это как минимум. Да, потому что это самое любимое то, что я имею в моей жизни. Я поняла, что музыка меня ведет. Я могу там проявить себя просто на все 100. Я могу себя проявить в многих вещах в этом мире. Но в танце, кстати, тоже. Да, но я поняла, что музыка – это именно то, что меня ведет. А откуда эта музыка? Это в генах? Все-таки такой голос бархатный, такой, я бы сказала, натура смелая. Ну, ты можешь браться за разное, у тебя получится. Тебе главное просто понять, а что ж тебе нравится, и это исполнять. Это да. Корни какие-то интересные? Я родом с музыкальной семьи. Значит, мне посчастливилось родиться там, где мама пианист, папа пианист, сестра и я. В общем, мама меня приучила к музыке, и это все из детства. Так что спасибо моим родителям. Ну, это очень хорошо и гармонично. А я предлагаю, ведь мы говорим о переменах, о разных жанрах и разных образах, вспомнить тот образ, с которым, собственно, ты приходила в прошлый раз в нашу студию. Да. Была не одна. Вот да. Напомни об этом таком фрагменте в твоей творческой жизни. Да, это был такой фрагмент, когда мы пришли все вместе. Шоу называлось «Gypsy Princess Show» под руководством Виктора Прапроса. Здравствуйте, Виктор. У нас было 40 концертов, очень посещаемые были залы. Ну, потому что цыганская, вот это, не знаю, огонь в музыке, его очень любят люди. Давайте вспомним, как это было, хотя бы фрагмент. Прошу внимание на экран. Интересно. Oh,
dziesma. Paldies tev, draugs, par visu, ko man dāji. Paldies tev, draugs. Но синий тебе тоже иди, спасибо. Я действительно с удовольствием вспоминаю и считаю, что это прекрасный вообще, ну, опыт такой. Большие концерты, концерты, которые напоминают даже, ну, целый спектакль. А теперь вот этот спектакль, который все равно зритель ожидает на сцене, ты должна придумывать сама. Но у тебя есть профессиональные помощницы. Я хочу к девочкам обратиться. Все-таки, как вы думаете, в новой музыке, которую мы еще сегодня услышим и услышим живьем, что вас вот вдохновляет, впечатляет? Вы же должны любить под, ну, то, под что вы танцуете. Саша. Изначально хотелось отметить вот эту энергетику нашу общую. То, что у нас даже было такое, что пока Анна к нам ехала, ей таксист сказал, что, наверное, вы куда-то выступать едете, потому что вот просто мы сидите, я и чувствую понятно. Энергетику вот эту бешеную. Да. Мне таксист так сказал. То есть правда. Энергия – это то, что, безусловно, нужно для танца. То, что ты черпаешь, и то, под что тебе легче двигаться. Главное, чтобы самим нравилось, а нам нравится. А да, характер у Анны тоже такой боевой, ведь так? Ну, мы все. Ну, мы все боевые. Мы такие боевые. Да, просто это идет от спорта. Я сейчас очень увлеклась спортом, учусь в Латвийской академии спорта. Сейчас стану тренером спорта. Также, потому как что интересно. Я также вижу в том, что спорт очень помогает себе держать именно в тонусе. И дает, наверное, силу и голосов в том числе, да, технически как-то. Может быть, да. Но настроение точно поднимает. Так, мы сегодня всех призываем заниматься спортом. Ну, а вам что дает эта музыка, эти ритмы? Вот именно песни, которые рождаются у Анны? Ну, для меня самое главное, возможно, чтобы в песне была бы какая-то позитивная, добрая подача. И вот я считаю, что Ане удается показать, потому что у нее положительная энергия, которая прям как пуля расходится по всему, по всей траектории нашей. И поэтому на самом деле здорово, когда ты встречаешь человека, который буквально с первых минут ты понимаешь, что вы на одной волне, и вы можете создать что-то большое вместе. А вот. Я думаю, это все потому, что Аня знает, чего она хочет. Да, безусловно. Она не только слышит, поскольку она музыкант, она не только видит движение, но она видит цель, к которой она движется. Это правильно. Вот сейчас только первые шаги, что-то записано, что-то уже звучит на радиостанциях, что-то мы увидим сегодня. Угу. Впереди альбом? Да, альбом, над которым я работаю. Уже записала две песни во вселенной. «Безусловная любовь», которую мы сегодня... Именно «Безусловная любовь» мы сегодня послушаем, да? Да, да. Ну, вы знаете, эти песни так рождаются. Просто вот ты сидишь дома, ты думаешь, ну, при этом раз. Ты музыкант профессиональный, да? Да, у меня есть образование. Вот они рождаются. Рождаются, и... Приходит просто какое-то вдохновение, ты пишешь песню. И я песню «Безусловно, любовь» написала, пройдя через большой, значит, эмоциональный такой у меня был период. Да? И когда человек уже через него проходит, он думает, ну хорошо, тогда это будет «Безусловная любовь». Ань, ну что нам говорить о музыке? Ну что нам говорить, если мы можем услышать, увидеть, а кто-то из наших телезрителей сегодня сможет подтанцевать? Потому что, я думаю, движение можно будет повторять. Вы готовы сделать нам сегодня такой подарок? И мы сегодня на ЛТВ-7, ну, собственно, устраиваем премьеру песни. Да. О «Безусловной любви». Давайте, да? Девочки. Ну тогда давайте, занимайте исходные позиции, а мы послушаем музыку. И посмотрим на вас. Просим. Спасибо. Анна Дрибас и «Безусловная любовь». С каждым днем все понимаю, что живу тебя любя. Но тебе не предъявляю я условия, когда я по тебе скучаю, я смотрю на небеса, ведь они напоминают мне твои глаза цвета бирюза. Безусловная любовь, условная, безусловная.
хочу тебя обнять нежно-нежно, без условия. Безусловная любовь, безусловная. Так хочу тебя обнять, без условия, без условия. Тот, кто любит, понимает то, о чем поют сердца. Этот цвет переполняет просто без конца, с ночи до утра. Как таинственно бывает в море синяя вода. Ведь она напоминает мне твои глаза цвета бирюза. Безусловная любовь, условная, безусловная. Так хочу тебя обнять нежно-нежно, без условия. Безусловная любовь, безусловная. Так хочу тебя обнять без условия, без условия. Дрибас, огромное спасибо, девочки, спасибо, удачи вам. Ну а мы встречаемся через неделю. Хорошей музыки, друзья. Спасибо.